Кажется, что уровень агрессивности, он, безусловно, связан с тем комфортом, в котором человек существует, потому что агрессия — это природная такая наша эмоция, которая призвана для того, чтобы человек утверждал свою жизнь, в ситуациях сложных мог с ними справляться, и когда мы сталкиваемся с какими-то преградами, обстоятельствами, конфликтами, мы принимаем очень быстрое решение, да, бежать или нападать. И агрессия — это один из способов преодоления какого-то сложного конфликтного состояния. На сегодняшний момент все-таки жизнь современного человека, она очень активная, очень много требований к человеку, очень ускоряется ритм жизни, огромное количество информационного потока, который буквально отрывает человека от самого себя. Контакт с природой минимален, бесконечное напряжение, культ успешности, который требует все больших и больших достижений. Огромное количество времени люди проводят в компьютере. Чем больше человек сидит в компьютере, это напряжение на глаза, соответственно, на кору головного мозга, результатом становится повышение тревожности, общей тревожности. Вот весь этот дискомфорт, он приводит к тому, что человек становится менее устойчивым. И, конечно, такие реакции, как гнев, раздражение, даже ярость, проявляются чаще. И чем меньше человек будет находиться в гармоничном, спокойном, уравновешенном состоянии, размеренном, когда он будет чувствовать себя безопасно, когда его будет жизнь прописана на многие года вперед, когда он будет знать, чего ждать дальше, чем меньше будет тревоги, тем меньше будет агрессии. В нынешнем формате, да, практически во всех странах, да, мира, уровень стабильности достаточно низкий. Человек утратил вот эту способность быть с кем-то вместе. Мы идем к тому, что человек постоянно находится сам с собой. Вот мужество быть одному в этом мире, сейчас оно выходит на первый план, а для людей это трудно, потому что раньше мы жили какой-то идеей, каким-то коллективизмом, а сейчас время такого индивидуализма, не всем он по силам. Когда человек чувствует себя одним, беззащитным, он становится более агрессивным. Поэтому это все следствие того, о чем говорил еще Ролла Мэй, что мы идем к шизоидному миру, к замкнутому миру, где будет очень много замкнутости и агрессии.